Друзья мои, я вас приветствую на нашем канале. Супер, что заглянули. Готовим сегодня грузинский летний салат с помидоров, с огурцов, с ореховой заправкой. Очень вкусный салатик. Поехали. Вот такие вот у меня мясистые, спелые летние помидорки. Значит, их не нужно нарезать какой-то там аккуратными слайсами или что. Берем и вот так просто на весу. Ну, примерно, конечно, они должны быть одинаковые. Нарезаем их. По-крестьянски, по-домашнему. Дальше, друзья, берем огурчик. Два. У меня вот такие вот молоденькие. Я их даже чистить не буду. Они так классные. И тоже вот так вот нарезаем их. Толстенько. И один болгарский перчик туда же не повредит. Сперва срезаем вот так семенник. И тоже с руки вот так. В одну сторону, в другую. В одну, в другую. Все примерно у нас одинаково нарезано. Одна фиолетовая луковица. Лук я нарезаю. Салат вот так красиво перышками. Вот так вот, какие краски. Дальше, друзья, у нас пойдет остренький перчик. Грузинская кухня, она такая острая. Ну, смотрите, кто не любит, не добавляйте. Или же есть трюк такой, чтобы лишнюю остроту убрать, чтобы он прям не был термоядерный. Нужно убрать вот этот семенник. И тогда вы получите легкую остринку и весь аромат от этого перчика будет в салате. Но он уже не будет такой жгучий, потому что вся острота именно здесь вот. И теперь, друзья, остается нарезать зелень. Зелени тоже должно быть много в грузинской кухне. Зеленый лук, кинза. Если кинзу не кушаете, замените петрушкой. И вот еще у меня тут есть свеженький базилик. Прям с куста. Вот это вот все будет замечательно. И нарезаем все это не сильно мелко. Какие ароматы, прям сразу букет целый ароматов. Отлично. И теперь, друзья, осталось сделать классную ореховую заправку, грузинскую, настоящую. Значит, берем орехи, нам понадобится блендер. Или можно в ступке растолочь. Орешки, чеснок. Все точные разграмовки. Я, по-моему, говорил, не говорил. Но еще раз повторю, смотрите в описании. Белый винный уксус. 3-4 столовые ложки. Там кто как любит покислее, нет. Смотрите. Чтобы сбалансировать кислоту, ложечку чайную сахара. Обязательно надо. Где кислота, там и сладость. Тогда будет сбалансированный вкус. Грузинская приправа хмели-сунели. Сюда же пойдет. И растительное масло, друзья. Можно взять оливковое, но мне кажется, что хорошее подсолнечное масло отлично подойдет. Но не обязательно брать с запахом такое нерафинированное, потому что орехи и так по себе сильные, и они будут друг с другом там бороться. Просто без запаха, без вкуса такое нейтральное масло. И немножечко водички, чтобы не было оно слишком густое.
Вот такая вот у нас заправка получилась. Аромат потрясающий. И отправляем заправку в наш салат. Ну, остается приправить только солью и черным перцем, перемешать, и наш грузинский летний салат готов, друзья. Солю я крупной морской солью. Мне нравятся в салатах такие кристаллики. И свежемолотого. Перемешиваем всю эту красоту. Летом, друзья, пахнет летом просто. Сказка. Потрясающий салат. Друзья, ну вот так вот все быстро и просто. И смотрите, какая красота у нас получилась. Какой классный салат. Это просто сказка. Нужно снять срочно пробу. Помидор с лучком, с этими орешками. Потрясающее сочетание. Кинза сразу так чувствуется. Легкая остринка чили. Грецкие орехи не доминируют, вот прям как надо. Кислинка. Супер, ребятки. То, что надо летом, прям под гриль, под шашлычок, зайдет на ура. Обязательно готовьте. Спасибо вам, мои дорогие, за ваше внимание, за лайки, за комментарии. Обязательно готовьте салат и пишите отзывы. Буду ждать. С вами ваш Шишкин. До новых встреч. Пока-пока.